мои хорошие, и сейчас очередной рецепт правильного питания. На улице жара, не хочется ничего готовить, и я так вот быстро, спонтанно сделала, значит, котлеты из кабачков. Тут кабачок и морковка. Положила, знаете, что я люблю экспериментировать, и вместо муки добавила сегодня манку. Значит, манка, соль, кабачок, морковка. Предварительно посолила и выжала этот сок, и одно яйцо добавила. Посмотрим, что будет. Вот для себя я тоже приготовила, но это на 2 дня мне. Разрезала, посолила их, оставила, пока горечь у них сойдет. В общем, промыла, поперчила, туда положила кусочки сыра. Надеюсь, они расплавятся. Муж мой говорит, не будет кушать. Я ему так отдельно нарезала. Потом заверну рулетики сырные. Я решила не жарить, а именно запечь их. Просто смазала их маслицем растительным. Поперчила, посолила и все. На этом готово. Значит, лук. Вот так вот будет печеный лук. И картошечку. Любимую нашу картошечку простую, друзья мои. Все это я сверху помазала растительным маслом, потому что так вкуснее получается в моей духовке. Так что вот, приятного аппетита, покажу вам, что получится потом. Ну вот, такой у меня сегодня будет рацион моего питания. Так, ну что могу сказать, посмотрите, какие вышли котлетки. Я их достала первыми, потому что они уже готовы, ну, нормальные котлетки. Сейчас посмотрим, как внутри будет. Попробуем, естественно. Ой, знаете, вкусно. Вкусно. С манкой такие нежные стали, горячие. В общем, смотрите, для диетчиков супер. А остальное все запекается, продолжает. Так, мои хорошие, вот что у меня получилось. Видно, сыр нужно было другой, потому что он совсем не расплавился. Но что-то я не сообразила. Посмотрите, лук так пропекся. Именно надо смазывать, что я хотела с вам именно сконцентрировать, на что внимание. Лук всегда смазывайте растительным маслом, и оно прям, посмотрите, какая корочка, как все красиво. Вот прям готовое уже. В общем, приятного аппетита. Я уже не выдержала. Пару штук съела. Всех люблю, целую. Готовьте вместе со мной.